Спасибо, студия. Доброе утро, дорогие телезрители. 1 июля на острове Татышев, помимо нашего прекрасного пикника Сафонтова, Мамс Базар, наши друзья, организуют велорикша-квест. И можно опознать участников этого квеста по таким шарикам. Помимо всего прочего, там можно будет поучаствовать в эстафете с сусликами, что там еще, господи, прости, флешмобе танцевальном, и разгадать несколько таинственных мест острова, проявить выдержку в сборах детей на летний отдых. Но обо всем подробно нам сейчас расскажет утренняя спешащая на велосипеде Оксана Дончак, которая примчалась сегодня по буеракам, бездорожьям с ребенком. Оксана, вот как на велосипеде ты сейчас проехалась с ребятишкой? Удобно, неудобно? Очень хорошо проехалась, но неудобно. На самом деле не хватает велосипедных дорожек городу. Очень бы хотелось побольше их, поудобнее. И, ну, в общем, чтобы мы не развалились, пока ехали. Ну, я надеюсь, что велорикша-квест даст такой толчок, чтобы велодорожки как-нибудь сделали и вообще превратить наш весь город в пешеходную зону, потому что то, что происходит сейчас, это кошмар. Расскажи, пожалуйста, про велорикша-квест. Что за велорикша-квест? Может ли участвовать человек, который есть велосипед? Кто умеет на трехколесном, кто умеет на мотоцикле? Участвовать могут абсолютно все. Это семейный велоквест, поэтому можно брать бабушек, дедушек, тет, дядь, ну, конечно, мамы с папой, с ребеночком. У кого есть велосипед, хорошо, приезжайте на своем, пожалуйста. Также можно взять в прокат, у нас там договорены скидочки очень хорошие, приезжайте, берете по скидке и участвуйте. Это будет очень интересно, потому что задания неожиданные, такие новые, с которыми, возможно, квест еще не сталкивался в нашем Красноярске. И будет очень красиво, то есть все будут с шариками, все будут в красивых стильных футболках, которые с бабахом. И, в общем, приходите. С прибабахом. Я смотрю, это твой будет, как это называется? Судья рефери, да. Рефери. Как вас зовут, юноша? Тёма. Артемий, как вы готовитесь к квесту? Что вы проходите, какие-то, может быть, упражнения или просто наслаждаетесь шоколадными шариками? Скажи, я ем. Вот так готовятся участники, рефери велоквеста рикша от Мамс Базар, который состоится 1 июля. И можно найти Оксану Дончак в ВКонтакте, чтобы подробности узнать. В команде, между прочим, можно от 2 до 8 человек существовать, собираться. И регистрация бесплатная. Регистрация, как понимаю, в день. Да. Спасибо большое. Студия, вам слово передаю.